Французский производитель алкоголя Pernod Ricard S.A. по итогам 2014-2015 финансового года, который завершился 30 июня, получил чистую прибыль в 861 миллион евро, что на 15% ниже показателя предыдущего финансового года, говорится в сообщении компании. Объем продаж компании увеличился за указанный год на 8% и достиг 8,558 миллиарда евро. Операционная прибыль компании за минувший финансовый год увеличилась на 9% и достигла 2,238 миллиарда долларов. В 2015-2016 году, несмотря на сложную и волатильную макроэкономическую обстановку, мы планируем постепенно улучшать показатели своего бизнеса. Мы продолжим оказывать поддержку приоритетным брендам, развивать инновации и сфокусируемся на высоких стандартах ведения бизнеса, приводятся в пресс-релизе слова председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании Александра Рикардо, Алехандро Ричард. Группа Pernod Ricard, международная корпорация со штаб-квартирой в Париже, владеющая рядом известных алкогольных брендов и занимающая второе место в мире по производству и продаже алкогольных напитков. В России Pernod Ricard владеет дочерней компанией ЗАО Pernod Ricard Русь. Компания Pernod Ricard является также собственником Ереванского коньячного завода, который она приобрела на международном тендере за 30 миллионов долларов в июне 1998 года. Штат сотрудников превышает 18 тысяч человек в 70 странах мира.